Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас наша зустріч з представником Одеського регіону. Я не побоюсь цього слова сказати, з батьком українського спортивного карате Олександром Ніатуровим. Я думаю, що у нас буде сьогодні цікава, дуже змістовна робота. Будемо говорити, я буду говорити українською мовою з галицьким діалектом. Наш опонент буду пробувати по-одеськи. По-одеськи буде говорити з одеським діалектом. Але саме основне, щоб ми зрозуміли один одного і сьогодні донесли багато всякої різної цікавої інформації. Перш за все, ми трошки екстремально записуємо, тому що буквально 5 хвилин назад закінчився чемпіонат України, і ми з Олександром Віталійовичем спустилися в бомбосховище, в підвальний зал клубу «Юніон», і тут поговоримо якраз сьогодні про карате. Отже, Олександр Віталійович, перш за все, добрий день. І добрий питання день зразу до вас. Як взагалі чемпіонат України? Очень хорошо в каком плані, що очень дружелюбный чемпионат. Если ты обратил внимание, не было какой-то гонки за общекомандное первое место, то есть как-то все спокойно проходило, не было какого-то ажиотажа. То есть был ажиотаж именно в боях, каждый хотел победить, но не было жесткой конкуренции в плане такой жестокой конкуренции. Было именно спортивное, и было очень приятно смотреть на работу судей и на благоприятную обстановку. Видимо, беда нас сплачивает. То есть мы все одна команда, и тут Украина показала, карате Украины показала, что мы действительно одна команда. И вне зависимости от региона, и вне зависимости, це Львов, чи Миколаев, чи Одесса, это все одна команда. Ну, очень было приятно смотреть. И что еще подчеркнуло, что неожиданно, что Одесса на первом месте, потому что я чекал, что Львов будет на абсолютном первом месте, потому что в силу обстоятельств. Но Юнион показал в очередной раз, что это лучший клуб страны. И мы на него равняемся и берем пример, и конкурируем с этим клубом. Ну, пока не получается. Мы стараемся. Ну, по судівству, от що ви скажете? Я вважаю, що судівство цей раз взагалі справилось. І, ну, в нас забралась політика. Мені здається, що ми просто подорослішали. От, чесно кажучи, навіть ми функціонери. Ми трошки по-іншому, ми заспокоїлись, ми вже себе це, ми вже так рівно себе ведемо, я думаю, в тому. Ну, ми успокоїлись, але наше покоління, яке прийшло після нас, приходить час, то вони ще все емоціонально, все ще переживають те, що ми вже прожили. І, звісно, у них емоції є, але судейство мені дуже понравилось в качестві його. Ну, може бути, це тому, що тільки було 2 татамі, може бути, тому просто не було слабких судей, откровенно слабких. Так. И не было заангажированных судей, которые на каждом турнире, к сожалению, бывают. Но мы знаем, что такое. Вот. И они тоже выступали одной командой. А, ну, це приємно. Це приємно дійсно, дуже. Дійсно круто. І тому от, єдине, що кажу, що ми дійсно зараз працювали двома тими татамі, тому що, ну, якщо чесно, якісно, мені здається, тільки і можна зібрати судді на дві площадки. Хоча в нас, вроді би, є, аж, якщо я не помиляюсь, ну, більше 10 це точно міжнародних суддів в Україні. Ну, але, ну, кажу, от моя так само думка суб'єктивна, що судді цього разу справились, мені здається, навіть жодного протесту в нас немає, тому, ну, класно. Це одно із примічательностей цього чемпіонату – відсутствие протестів і відсутствие каких-то протестующих просто людей. Просто не было возмущений по поводу судейства, не было возмущений по поводу поведения. То есть все было у нас очень, завжди, у нас, очень якби, было красиво. Дуже, спасибо, да. Львов, дякую, за... Дякую вам, що приїхали. Такой це дуже прийом. Важливо. Ну, хто не знає, то у нас по 8, здається, золотих медалів здобуло і Одеський регіон, і Львівський регіон, але Одеса більше має срібних нагород, тому вона на першій позиції. І з чим ми їх безпосередньо і вітаємо. Ну і переходимо до таких вже запитань, там трошки відійдемо від чемпіонату України. Єдине, що от я ще хотів в який момент проговорити. Все-таки в нас зараз складна ситуація в країні, і в нас все-таки комітет наших тренерів все-таки придумав в два етапи відбиратись. От як ви вважаєте, чи ми доросли вже до того, щоб ми могли би, наприклад, от результати цього чемпіонату України зафіксувати і повести таку збірну? Я думаю, могли би. Я думаю, могли бы, просто уже привыкли к тому, что это два этапа должно быть. А в некоторых категориях, например, было по 4, по 5 участников, и можно было уже в этом этапе хороших, их, ну, их по круговой запустить, и все бы было понятно сейчас уже. Я думаю, что вот при этом судействе, что было сегодня, вполне объективно все заняли первые те места, лидеры категорий.
И поэтому еще раз их гонять опять же спустя 3 недели с этими же соперниками встречаться. Ну, сенс не особливо. Ну, це рішення тренерського комітету. Ну, можливо, вони щось там підкоригують собі. Просто за ті кошти, які ми зараз можемо поїхати, зараз, я думаю, в кожного там копійка кожна на рахунку. І ті кошти, які витратити навіть поїхати в Київ, я думаю, можна спокійно витратити і поїхати там кудись на Будапешт, Опен і так далі. І це буде додатковий якийсь... Ну, команду вже, мені здається, накатувати це треба. Ну, але, знову ж таки, в нас авторитетні тренери, і вони приймуть, все-таки, я думаю, правильне рішення, а ми в будь-якому рішенні їх підтримуємо, я думаю, не проблема. Олександр Віталійович, ви людина в нас в українському карате безпосередньо, ну, та людина, яка принесла це спортивне карате, власне, оцей от напрямок спортивного карате, який ми зараз любимо, в який ми всі закохані і так далі. Скажіть, будь ласка, от як взагалі от ваша, ви були хорошим, класним спортсменом, як от почалась ваша спортивна кар'єра і як вона закінчилась, оцей от проміжок, пару слів? Начал я займатися карате в 80-му году. 14 февраля я это первый раз пришел на тренирование. В 81 году выиграл первый раз чемпионат Одесской области среди этого возраста моего 15 лет. В 14 лет пришел я в карате. В 83 году выиграл чемпионат у СССР среди юниоров 16-17 лет. Потом был перерыв, потому что было закрыто карате законом СССР. В 91 году его открыли, был первый чемпионат после открытия, и я выиграл абсолютную категорию. Вот, в 92 выиграл первый чемпионат Незалежной Украины в категории 75 кг. Это моя любимая категория. Вот. И в 95 году я выиграл в четвертый раз Украину в Черновцах в категории 78 кг. Кстати, в финальном бою встречался с Белоскурским Андреем, одним из функционеров нашей федерации. Был очень интересный бой, конкуренция была очень высокая. Тогда не было много чемпионатов. Вот, был же такой, ну, как бы время, период, что очень много было версий федерации. В год было чемпионатов Украины штук 6-8. Я все время спрашивал каждый раз, возмущаясь, сколько у вас стран, что вы столько чемпионатов проводите. По карате все назывались. Но как бы в то время, когда я выступал, был один чемпионат в году. И он собирал действительно всех сильнейших. Было по 30, по 40 участников категории. Было престижно выиграть. Ну и в 95 году я уже ушел из спорта. В плане как спортсмен. И стал функционером. Создал клуб «Тигренок». Это первый сделал турнир детский по карате. У нас в Одессе это было, это в Украине до того были только турниры, были официальные, сделал я его неофициальным. Ну и потом пошло, поехало. А кого можете от своїх учнів? От реально ж вас, ви дуже багато виховали, дуже класних, ну, ті, які зараз є тренерами, в тому числі і ваш учень так само був і Денис Морозов. Да. Ну, з ким ви з них більше всього пишаєтесь? Самый нереализованный был, это Хомутенко Руслан, он самый был талантливый. Он самый талантливый спортсмен был у меня. Реализовался хорошо Морозов, но тоже, опять-таки, не хватило чуть-чуть ему психологии в плане... У меня не хватило опыта тренерского. Крыловский очень хорошо выступал, и тоже мы, когда приезжали на чемпионаты по этой линии ВКФ, мы очень многого не знали, очень многого. Сейчас, конечно... Уже легче все это готовить, знаешь хотя бы правила, хоть понимаешь, как правилами. Одно дело, что правила знать, а второе, что правилами пользоваться. И вот против нас итальянцы пользовались, французы пользовались, а мы их знали, и мы не понимали, почему проигрываем на ровном месте. То есть от Дзюгаева в начале боя это была катастрофа для меня. Я понимал, что мы уже бой проигрываем, потому что только в Дзюгаеве. Удерживать счет, еще что-то, мы просто тактически не умели. Вот это поколение Безуглов Сережа был 7-м на мире в Финляндии в 2006 году. И он тогда мог стать призером, потому что он проиграл второй утешительный бой только из-за травмы. Ну, снялся у него, травма была голеностопа, и было очень обидно, потому что он выигрывал бой. То есть он мог бы драться хотя бы за бронзу. Вот это была бы у нас, ну, как бы могла, как бы истории, я не знаю таких... Ну, у меня очень много было способных, талантливых спортсменов, и я очень горжусь. Ну, кто в вашем сердце вот наибольше? Вот вы одно мы можем определить, кто вот вы кроме вважаете... детей своих. Да, кроме, да, детей не берем, кроме но детей, то мы окремо про них поговорим. Да, да.
Не могу сказать даже, честно сказать, и Крыловский, и Морозов. От моя думка, от моє покоління, що от в моєму поколінні самий класний це був Крыловский. Ну, він з нас всіх, ну, він нас всіх міг виграти. Тобто він реально він мог виграти любой бой. Да, так. Мог виграти любой бой, но самый хитрый был из них это Морозов. Он самый был такой тактик, очень все грамотно складывал, но ему мешалось авторитетность других спортсменов. Если скажешь, что он дерется с этим спортсменом, например, там Румынии, то он выиграет его, хотя он был французом, например. Если на француза показать, что он румын, то он у него выиграет. Если на румына показать, что это француз, то он проигрывал. Ну, это так было, мы сами боялись их. Но зато Морозов реализовался дальше на своих спортсменках, и он как бы закрывал свой гештальт, как говорят сейчас, именно в них, и он молодец, конечно. Не могу сказать, кто самый. Ну, конечно, может быть, Сережа Безуглов. Но у него характер сложный очень. И вот если бы Безуглову бы ты был тренером, то ты бы с ним стал бы чемпионом мира. У меня не хватило жесткости с ним. Ну так, да, я от, до речі, про жорсткість це, ми багато дуже про ці всі речі говорять. Нас все-таки от, є багато дуже спортсменів, знаєте, таких ну, спортсменів, тренерів, які типу, стараються, от, знаєте, там, погладити це. Я все одно, ну, чесно, от моя думка, я не хочу це. Я вважаю, що тренер – це та людина, яка тренує, і причому тренує в плані психологічному і так далі. Створює умови для того, щоб спортсмена десь задіти, щоб заставити його десь працювати. Ну, я кажу, для мене ідеальний тренер, якого спортсмен любить і ненавидить одночасно. Да. От якщо тренер добився такого результату, значить це хороший тренер. А от що ви можете сказати про себе в плані, в чому унікальність вашої людини, вас як людини? Тому що ви от по-своєму, чесно кажучи, ну, мені здається, що ви в плані от вашого гумору, в плані вашої комунікації з людьми, от що ви вважаєте своєю короночкою в житті, не в карате зараз? Ну от скажи, Антон, якщо я скажу правду, так ви не повірите, врати я не хочу. Говорить как правду. Быть в этой ситуации? Говорить правду. Ну, наверное, разноплановость и коммуникабельность. То есть то, что люди, ну, может быть, злятся на что-либо и закусывают, знаете, как мстят, там что-то еще. Я это пропускаю мимо и с этим потом как бы могу контактировать дальше с этими людьми. Конечно, даже если есть обида, то такое. Ну, наверное, еще то, что я привык работать с самого детства, именно трудиться. Каждый вечер шел я на тренировку, пока мои друзья там шли в дискотеку. И я тоже хотел встречаться с девочками, я тоже хотел быть в дискотеке, но я был спортсменом. И кто знает, что бы из меня выросло, если бы я не ходил бы на спорт. Спорт, он мотивирует и дает нам умение достигать целей. Я скажу, в начале спортивной карьеры был, может быть, ну не самым слабым, но не лидером в своем клубе. Так получалось, что я выступал под руководством Зыкова Валерия Николаевича. Клуб «Щит» такой был у него в Одессе. И я был четвертым номером в своей категории возрастной весовой. Четвертым номером. Меня везли на чемпионат просто как... И я становился там чемпионом. Они все поражались. То есть умение собраться в нужный момент. Угу. Вот это может быть. И для меня не было авторитета в спорте. То есть я мог бояться их, но когда выходил на татами, у меня не было проблем. И всегда, если я проигрывал, то это я проигрывал, а не он выигрывал. Всегда у меня было такое. Я проиграл. Даже, может быть, если я дрался с какими-то именитыми и там лучше меня спортсмены в чем-то были, но я это не мог признать даже себе. А скажіть, от ви досить правильно колись зробили. Я от, ну, взагалі вважаю, що людина, якщо робить от вибір, да, то дуже важливо цей вибір зробити правильно. Це як в політиці, головне не помилитись. Да? От ви вибрали вибір. У вас куча було різних, скажімо, різних версій, по яких було набагато легше брати медалі. От ви вибрали спортивне карате. От ви ж перший, хто почав фактично, не фактично, а почав цим займатися, очолив цей напрямок. От чому? Не было у меня выбора. Я был спортсменом, и я читал газету «Спорт-экспресс», в которой писалось о том, что команда СССР выступала на чемпионате мира в 91-м году. Или в 90-м году выступала в Мексике. Там это в первый раз поехали, тогда СССР поехала первый раз. Команда была составлена из приближенных к руководству, то есть там это была Москва, Дагестан, Питер. Там, вот, Самсонов, вот, до речи, туди есть всю команду. Да, Самсонов. Да, 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 да.
И когда я нашим функционерам так рассказывал, вот смотрите, все едут там на чемпионат мира, а мы что, да не, нам это не нужно. Я не мог их понять. То есть реально, я хотел заниматься именно настоящим спортивным карате, тем, что действительно сложно, трудно. Да, да. Мы ехали первый раз в Мишкальц на Кубок мира. Кубок, ты же тоже в нем участвовал тогда, может быть, даже в качестве спортсмена, может быть, участвовал. В 95-м году приехал первый раз. Мы проиграли все, что можно. Я в 95-му році не приймав участь в ньому точно, тому що я почав в 96-му тільки тренуватися. Ми все проиграли все, що можна. І я пам'ятаю, що ми їдемо в поїзді домой, і мені один із родителей говорить: «Саша, а зачем ми туди поїхали? Нам же тут нечого ловити. Є же версія. Вот, вот ми були по этой версії GKI, там щось виграли, там ще щось». Я говорю: «Володя, ми в следующем году на этом чемпионате возьмемо медалі». И мы взяли три финала, было у нас одно первое, два вторых места. По детям, да, но это было супер для меня. Это, я, ну, я видел... Это досягнение было тогда. Совсем другое. Это было досягнение, и я понял, что это мое. Я не знал препятствий. Вижу цель и не вижу препятствий. Оно так должно быть. И так любой тренер, любой функционер должен ставить задачи. Да. Тут я погоджусь с вами. У нас был такой, скажем, плавный, неплавный перехід. Була така певна перепалка, коли ми міняли УЛК на УФК. От просто запитання. Левчук, да, це суперник? Ні. Якщо б він був один, я б і не обратив би внимания. Навіть чесно. Не помітили його, да? Ви були в команді. У вас була команда, і зараз вона теж є, дуже хороша команда. І ти був в составі, ти був там двигателем в цій команді, мотором. Левчук... Айдучак был мозгом, Левчук был локомотивом, просто впереди его ставили. Вот. И еще же там как бы было вас много достаточно, и вы были очень сплоченной, хорошей командой. И честно сказать, я когда начались эти тяжбы, я вам завидовал, потому что у меня поддержки не было такой. У меня была в чем проблема? Идей очень много, мыслей очень много, креатива много. К тому же я езжу, спилкуюсь там со всеми там вот странами, вижу, как там поставлена Федерация Франции, как Испании, Италии, понимал, что надо так строить ее, и начинал так строить. Но исполнение у меня было слабое, потому что у меня не было помощи, и я не умел делегировать свои права кому-то, потому что просто я лигу создал, скажем так, из всех, от кого отказались в областных представительствах. Ко мне приехали на первые сборы люди, которые занимались где-то карате, но они были изгоями у себя в области. Даже, ну, как бы так. И я из них за два года сделал ту структуру, которая стала лидером карате в стране у нас. То есть мы обошли всех, да, сразу, всех стилевиков. Вот. Результата практически не было, потому что было трудно еще, но у нас уже начались медали. И тут вы вышли командой, когда мы с Левчуком уже потом общались на эту тему чуть позже, то он спрашивает, он сказал: как-то так неправильно мы делали, что мы тебя таким врагом делали, вот, а хорошо бы было тогда сесть, поспилковаться и все. Домовитись там. А я говорю: да, я тоже так хотел, но как бы у меня гордыня моя была, а у вас ваша. Вот почему ты не позвонил мне, и мы не связались вдвоем, пообщались бы с Левчуком. А он говорит: ну, это был, мол, мой юношеский максимализм, спишем на это. Ну, такое. И, может быть, я предопределю какие-то другие там вопросы, что-то еще, потому что слухи разные ходят еще до сих пор, что я продал федерацию, что я отдал вам со стороны госкомспорта тоже. Сказали: не будет финансирования, пока ты президент. Было так жестко поставлено тогда еще людьми, которые тогда были руководителями. И я мог оставаться дальше президентом и сейчас, но я понял, что интересы команды, и я бы предал бы всю свою команду спортсменов, которые были на своем финансировании далеко по Швейцариям, по этой Японии, я не поездишь. И я тогда отдал полномочия и сложил их в Баку в 2012 году, и было очень хорошо, кстати, у нас в тот год было 5 медалей на юношеском чемпионате, в первый раз Европы. Да, это первый раз был. Мы дали хороший результат, и тогда все ко мне: ну как же мы отдаем уже готовую? Я говорю: а что? Ну они сильнее, они лучше, они сделают лучше. И я сейчас просто доволен вашей команде работать, и стал тоже вашим членом команды, и ну как, не то, что я горжусь этим, но я...
по-украински это пишаюсь, это лучше, чем горжусь, потому что гордость слово плохое. А я пишаюсь то, что я в хорошей команде, и я не, как бы не лишний тут у вас механизм. Ну вот это да, все. Це точно. Ну я скажу одне, що я трошки, ну я сам по-іншому до вас відносився, але ну я так само в якийсь період часу, можливо, там навіть ворогом вважав, ну тому що ми реально суперничали. Але я вам чесно скажу, коли це все вже закінчилося, я подивився, ну все-таки це був благородний, хороший крок з вашої сторони, і потім спілкуючись з вами там в інших якихось там сферах, ну ви мені дуже, дуже, скажімо, почали імпонувати. Це так не то, щоб там це ніяке не подхалімство, а говорю, як воно є. Я взагалі вас вважаю досить мудрою людиною в тому плані. Єдине, що це, а от скажіть, а от якщо би зараз, наприклад, ну там не Левчук, не Дучак, наприклад, ви могли би зараз от керувати федерацією? У вас би хватило б вмінь, навичок, розуміння всієї ситуації чи ні? Давайте так. Значить, я в команді лучшої федерації країни по всім видам спорту, не тільки по карате. Тобто, от так зараз Україна, правильно? Так. Тобто, ми лучші федерації любой, какую, ну, как бы не взять, по результатам. Тобто, по вкладываниям от государства и по результату, эта команда лучшая. И эта структура лучшая. Так сделать я бы не смог. Я бы не смог. И поэтому брать, но только для того, чтобы как-то попользоваться уже готовым продуктом, я не умею. Нет. Однозначно нет. И меня спрашивали, и у меня были даже попытки какие-то там, что-то там меня там дергали. Я говорю, я нет. Я когда проснулся в первый день уже дома, после того, как отдал полномочия, я проснулся утром, вскакиваю, так, все, быстро туда, а потом, а куда тебе спешить, подожди, ты же уже не президент, у тебя не будет звонить Житомира, с Николаева проблема, вечно в каждом там регионе какая-то проблема из каких-то тренировок, кто-то с кем-то не спилкуется, кто-то с кем-то что-то не делает, Запорожья нет, Крыма нет у меня проблемы, Донецка, Киева нету проблемы, в каждом городе, Львов, так думаю, так мне спешить некуда. Ой, слушайте, так это ж так хорошо. Так хорошо. И потом, я могу давать идеи, но мне трудно их реализовать. То есть это мое качество такое, которым я знаю, что оно есть. Поэтому я даю идею, пользуйтесь. Ну, такое. Мне в этом плане нужна помощь именно по реализации. Отдавать наказы, приказы и требовать их исполнения – это не мое. Я не могу. Окей, ще одне запитання. Наприклад, от є наш вид спорту – карате. Та? Ви, скажімо, батько спортивного карате, очолюєте хороший, дуже якісний, класний клуб «Тігрьонок». От, якщо говорити про карате, от іменно від цього процесу, от від чого ви кайфуєте? От де ваш кайф тут? Самий великий кайф, але ти як тренер мене поймеш. Ти сидиш на стулі, коли ще був я тренером іменно непосредственно із исполнителем. И твой спортсмен на каком-то чемпионате области или города проигрывает в сухую. Вообще в дым. Но ты видишь его перспективу, думаешь, какой классный пацан у меня. И спустя год этот же спортсмен выигрывает, становится чемпионом. Вот это класс. Вот самый классный как. Мама плачет, папа плачет. А я говорю, что вы плачете? А малый классный. Ну, он же проиграл. Да, блин, ну я вижу то, что не видит никто. Тренер видит то, что не видит ни мама, ни папа. И он видит в нем перспективы. Или другой спортсмен выигрывает, а ты, да, неинтересно мне с ним, потому что, ну нет. Вот это вот самое классное, видеть в спортсмене то, что не видит никто. Я завжди говорю, що задача тренера – це розвити. Да, от розвиваюча функція має бути. Да. Бо багато тренерів дуже, ну, цього не розуміють, і вижимають, і все. Вижимають. І очень еще, ну, тренерська робота, она такая, ждать благодарности от учеников бесполезно. Не потрібно, так. А її не буде. Вона буде потім, спустя там каких-то 20 років, то от пам'ятаєте Віталій. Я завжди говорю, да, що вдячність наступає, як правило, перед, ніж да, після. Да. Після її нема. Вона перед, вона да, є капець да, просто. Да, та. Да, я да, тренер, я стану чемпіоном, куплю тобі машину, квартиру, да, і буду все життя тобі це вотики, да, а потім, коли досягаю чогось, да, зовсім по-іншому. А потом спрашивают, а кто ты такой? Кто ты такой? Что это вообще? Звідки ты взялся? Заважаюсь. Я став чемпион. Якби не карате, то что? Ой, не знаю. Карате, наверное, какой-то боевой, или самбо, или дзюдо. Но однозначно был бы спорт, и однозначно был бы именно боевой спорт. В тот момент, как раз я в 80-м году занялся, когда
только открыли в 78-м, первый раз открыли карате, и в 80-м был первый набор, легальный, реальный набор в карате. И я пошел в него, прочитал маленькую заметку. Залы ломились, правда, туди від людей? Ломились просто, просто. У нас тренировка первая, мне было 14 лет, начиналась в 20:45. Начало в 20:45. Заканчивалась она спустя час 15. Но мы не уходили из зала сразу. Выйти первым залом было западло, как-то. Мы, пока ты этот мешок бьешь или что-то, пока ты еще тренируешься, кат какой-то отрабатываешь, ты делаешь, последним уйти из зала нужно. Кроме того, потом в раздевалке поговорить, о чем еще, как, ну, где еще общаться? В раздевалке, пока душ принял, туда-сюда. А на Бещетерти 12 ночи у меня был последний автобус, мой поселок, в котором я жил, ну, как этого действия, только так, в самой окраине. И я, если вдруг я не успевал на него, то я ехал там другими перекладными, и мама меня встречала дома с кочергой. Я говорю, почему ты с кочергой? Меня бить? А вдруг с тобой что-то? Я вышла с кочергой, потому что ты уже пол первого, еще нет у тебя дома. И я сейчас понимаю, что она как бы так рассчитывала каких-то бандитов отбивать от меня, но раз я уже дошел, значит, зачем кочерга? То есть уже такое все. Ну вот такой был фанатизм. Был фанатизм. И именно боевого карате. Ну, в смысле... Я не понимал. Я когда пришел в первый зал, ну, как бы раз в зале, и это мне сказали, вот, бить кулаком. Каким кулаком? Мы же должны протыкать дерево. Мы же должны рубить поленья. Мы же должны кирпичи ломать. Мы же должны ногами этими бить какие-то... И я не мог понять. А мы стояли в кибодаче и били ойцуки. По часу били. Это ужас. Вот система тренировок была. А никакой методологии не было. Никакой методики не было. Было одно. А кто был тренером? Тот, который книжку прочитал. Он прочитал книжку из картинок о том, что как ката делается, и он тренирует. И мы все за ним повторяем. Ну, я попал в легальную секцию, и, слава богу, там была какая-то методология. Мы как бы так занимались и физподготовкой, и как бы технику учили правильно. На той час, да. Да, час, мне повезло, думаю, тогда. Да. У вас є двоє дітей. Зараз у мене четверо. Ні, я про тих, які інтегровані в карате. Да? В карате ж двоє. Хорошо, ви знаєте двоє. Я про тих, да, я знаю двох. Да. І це хороші дуже були і спортсмени якісні, і тепер це дуже якісні, хороші тренери. Які у вас взаємовідносини з ними? Вот можна зараз. Я спочатку зараз встречний вопрос задам? От хто із тренеров, которые были спортсменами, воспитал своих детей хорошими спортсменами, сборниками страны, в нашей стране? Никто. Никто, а ты? Ну, в мене є Тимур, ну, він був в збірні зараз, ну, да. Ну, але, ну, він ще молодий просто, то у нього ще все попереду. І в мене такі були. Більше нету. Быть отцом спортсмена? Ну, це складно. Очень складно. То есть ну, я зараз, ну, я о чем? У мене трабл зараз в голові. Я, чесно кажучи, чесно, мені складно зараз з ним, і інших дітей легше виховувати, однозначно. Я вчора на Олю смотрел, на супругу твою, да? И у меня слезы выступили на глазах, потому что я понимаю, что такое видеть, и ты как бы руководитель процесса, маты или батька, и твой спортсмен как-то там бьется и проигрывает бой, который должен был выиграть, и ты вмешаться и не можешь. Ну, блин, это жесть. Ну, тяжко, это жесть. Да, тяжко. Очень тяжко. И поэтому о трудности этого воспитания вопрос очень тяжело. Очень тяжело. Моя методика, ну, как бы с ними сейчас, вообще не вмешиваться. Угу. Я не знаю, как они тренируют, что. Я создал условия. Угу. Я их научил. Теперь они сами делают. И смотрю, что что-то у них получается. Они только в начале пути. Я счастлив. Они між собой не конфликтуют? Ну, если они конфликтуют, я об этом не знаю. Ну, мы це не бачим, да. Ну, до речі, виглядає досить. Я об этом не знаю. Я об этом не знаю. Ну, конечно, ну, как и у как бы так любых людей есть. Я вам расскажу очень интересную историю, которая была в Турции, когда был чемпионат какой-то, по-моему, уже вот, ну, совсем недавно по линии ВСФ, еще Дима выступал тогда, и его секундирует Игорь. Игорь секундирует, Дима дерется. Я сел на трибуне VIP. ВИП-трибуна, финальный бой. ВИП-трибуна, там же все вот это, президенты всех федераций сидят. И как раз я. И тут что-то там у Димы боя не складывается, Игорь кричит на него. Я спустился с этого, к этим перилам. И
и что-то кричу. Дима проиграл, капу кинул, и он, а ты еще что? И это меня капой бросает. Я стою, отец президентом, еще туда-сюда, руководитель организации, сын один секунд, Игорь обращается, говорит, да закрой рот уже. Я на Яшара смотрю, а Яшар говорит, если мой сын такое сказал, то уже, а он выступает? Нет. Так вот, когда выступать будешь, тогда будешь говорить. Ну, это хорошо было сказано. Потом втихушку, каждый ко мне подошел, конечно, ну, папа, ну, ты был неправ, ну, что ты вмешался? Ну, мы на эмоциях, ну, то все. А как бы, Дима, я не в тебя капу кинул, просто в ту сторону швырнул, и тут вижу ты, и я говорю, еще и ты тут, понимаешь? Я понял, что вмешиваться в этот процесс вообще не надо. Вообще не надо. Это была мне наука очень хорошая, спасибо им за это. Как бы так. Ну да, я тут погоджуюсь с вами. Ну, Тимур пока не кидался у тебя капой. Ну, слава богу, дай бог, чтобы такого не было, тому это такая ситуация. А чтобы не кидался, я стараюсь, стараюсь грамотно себе вести, наскільки це можливо, ну, але то таке. Час покаже, як воно це. Була федерація, були керівником федерації. Розкажіть про свій самий найбільший конфлікт і з ким? Конфликт – это столкновение интересов людей. И я считаю, что в конфликте как раз и растет организация. Если сейчас взять, например, линию ВКФ нашу с Эспиносом, который возглавляет ее с 96 года, она бесконфликтная, но она сейчас уже приторможенная такая. А конфликты просто необходимы. Я не разделяю конфликты большие с маленькими, там как бы внешние, внутренние. Они все проходят, и благодаря конфликтам мы растем. Я, может быть, как руководитель даже провоцировал конфликты, чтобы узнать, в чем надо организацию подтянуть. Я как тренер зароблю постоянно. Ну да. Створю такие специальные микроконфликты. У нас и с тобой были конфликты, и как бы и я не скрываю свое отношение к ним, и я был неправ, и ты был неправ, кто-то был неправ, каждый думает о своем. Конфликты были, много было, но они не были летальными конфликтами, скажем так. То есть они все-таки шли на рост организации и мой личный рост. Ну да. Ну, до конфліктів бачу. Можна по-різному ставитись. Ви знаєте, я вважаю, найбільший рівень взагалі людини, інтелектуальний рівень, коли в них відбувався конфлікт, а вони потім після того, як от ми з вами можемо сісти і отак спокійно, нормально поговорити, і зараз у нас прекрасні стосунки. От мені здається, от в тому весь секрет взагалі. Конфліктувати, ну мені здається, в конфлікті немає нічого поганого. Ну, от ви правильно. Я говорю, рост. Рост. Що люди виясняються. Просто головне, щоб мозгів вистачило потім це все прибрати, емоції забрати в сторону. Оце от, якби, дуже важливо. Самий плохий конфлікт – це з жіною. Його не треба допускати. А все остальное – це ерунда. Як виглядає, от я вважаю вас успішним, хорошим тренером. Як виглядає от життя от успішного, хорошого тренера? От взагалі карате можна зробити і відчувати себе, почувати себе нормально? Если быть только тренером, то это очень трудно. Надо быть еще одновременно функционером. Только тренер – это всегда ты зависим от результатов спортсмена. Хорошо, что сейчас платит государство какие-то там стипендии, что-то еще. Так раньше этого не было вообще. И был источник дохода – это только взносы от детей, которые ходят на занятия. Вот. Но чтобы они пришли, так нужен зал оборудованный. Секретариат, в зале ли должны быть условия для родителей, опять-таки, чтобы они могли ждать час-полтора ребенка, не просто стоя в коридоре в мерзлом, а чтобы они могли сесть, расслабиться в интернете, покопаться что-то, или чай попить с кофе, пообщаться, пока не мешать тренировкам, или в зале они будут сидеть тут на голове, то есть это ж как бы разные вещи. Можно. Я сейчас, когда уже... Опять-таки, очень много лет у меня было две работы. Работа плюс тренерство. Потом осталось только тренерство и функционерство. Я не зарабатывал с должности президента федерации вообще. То есть, от слова вообще. То есть, я как бы понимаю, что это можно делать. И потому как бы не завидую, а преклоняю перед теми, кто это делает. Красавчики, молодцы. Вот. Я это не мог делать. Поэтому у меня был только спорт и кормил меня только клуб.
Можно сделать, но это надо работать. И останавливаться нельзя. Вот сейчас у нас идет временная остановка из-за вот этих военных действий, из-за войны, вот эти проблемы. То пандемию нам дали, да, то, да, то эта война. Тяжко станем сейчас. Набора мало, мало детей. И это все даст клубам спустя 2 года. Потому что да, те дети, что сейчас пришли, они еще держатся. За 2 года как бы так... Мало придет новеньких, и спустя 2 года будет финансовый, надо что-то делать. Клубам надо думать. И уже сейчас думать, что делать спустя 2 года. Mm-hmm. Ну да, я погоджуюсь. Ну, буде час це все покаже і розставить. Але я теж з вами погоджуюсь, що ми за 2 роки тільки відчуємо ті ось цей момент. І от на вопрос твой, що можна ли тренером пожити? Можна. Можна пожити тренером. Но это нужно быть и талантливым. Ну, это все равно. Но это в поединке с функционером, правда? Да, конечно, с функционером. А как же без этого? Голый тренер пришел, потренировал, пошел додому, типа, без всякого контакта, как найманный працівник. Я думаю, что... Ну, он сейчас найманный, завтра он не найманный, завтра потому что не группы потребный. Нету, потому да. что там у него со спортсменом конфликт. Угу. А найманный тренер – это как няня. Няню всегда можно уволить и увольняет ее кто? Ребенок. Просто скажет, мне плохо с этой теткой, она меня плохо там не купила мороженое, дала мне по жопе, ну как бы что угодно. И ее мама с большим удовольствием уволит. Все, это найманный тренер, няня. А тот, который отец этого спортсмена, именно в общем слове, тот, который держит ответственность за него и за клуб, и за организацию, за, может быть, областное представительство, за что угодно. Это не найманный уже, это хозяин. А хозяин, он всегда будет при каком-то куске хлеба. Ну да. Ну да, головне, даже якщо ми працюємо з великою кількістю тренерів, все одно давати їм чуть-чуть і розвивати їх як менеджери, вони мають комунікувати і так далі. Тому да. що я тут з вами повністю погоджуюсь. Наступне. Ви останнім часом, не знаю, останні пару років, може навіть більше, останні років 5, напевно, ви зайнялись психологією. І от що вас спонукало до цього? Чи оцей багаж знань, який у вас є вже як тренера, просто його, там, скажімо, зреалізувати і показати іншим оцей от свій приклад? Чи просто чогось вам не вистачало? Я ніколи не думав, щоб щось показати іншим. Я робив це для себе. Цілі були корисні. Тобто я хотів це... В 2013 году я поступив в Київський інститут фізкультури. Мені було тоді 48 років. На спеціальну спортивну психологію. Іменно на неї поступив. Отучився, був дуже прилежним студентом. Я плакал на госэкзамене, плакал на госэкзамене, мне было уже тогда 50 лет, 2 года доучился, и когда меня комиссия спрашивает, а что, вы уже все ответили, идите. А я сижу, плачу, у меня слезы льются. Чего вы? Что случилось? Спросите что-нибудь еще. Они, как в смысле? Уже все вы ответили, идите. Ну, что-нибудь еще спросите. Они говорят, вы студент, вы как-то странно, что вам сейчас... А я говорю, поймите, я сейчас, мне 50 лет, вы 6 молодых, красивых людей, у которых я учусь. И я сейчас, я мысленно на студент, которому 20 лет. И этот момент я больше никогда не верну. Вы сейчас меня выведете туда, и я все, студентом никогда не буду уже. Я так хочу. Они говорят, ну все хорошо, но вам, ну как бы в любом случае надо выйти. Что именно психология? Потому что, ну как бы... Очень интересно, ты как тренер видишь с первых ударов движений спортсмена, имеет шанс у него на победу или нет. То есть о, какой-то он зажатый, какой-то что. А почему он зажатый? А почему он такой раскрепощенный и не верит в то, что соперник может дать сдачу? Или наоборот, заносчивый или там какой-то прибитый. Откуда это берется? Это было очень интересно. И, честно скажу, я не жалею. Я не жалею, очень интересно. Я работаю со многими видами спорта. С карате, кстати, меньше всего, потому что как бы пророков нет в отечестве своем. Угу. Я с пловцами работаю, с гимнастами, акробатами, с танцорами даже работал. С боксерами, с борцами, дзюдоистами, футболистом. Вот у меня пару футболистов. Кстати, знаешь ли ты, что ни в одной футбольной команде нашей Украины еще до войны не было штатных психологов вообще. Ни в одной. Ну, футбольной странно, команде. Вроде да. Это очень странно, это очень неправильно, потому что в чем разница между психологом и тренером? Вот
тренер, он видит свое, и это требует, давит где-то, где-то что. И есть вещи, которые спортсмен тренеру не расскажет. Угу. Ну, не расскажет. Да, вот. А психолог, который рядом сидит, он к нему в плечо придет, поплачет, особенно девочки. Вот так. А что так? А вот то, все, меня тренер не любит, меня то. Ты чуть-чуть подожмешь, раз, чуть-чуть подкрутил, и все. И тренер любит, и результат пошел, и все, что нужно. А тренер, а что она сегодня такая? Угу. Что ты с ней такое сделал? Ничего незаконного не делал. Просто мы с ней пообщались, поговорили. Полночи не спали, между прочим. То есть разговаривали, понимаешь? Что? Ну, это такое, ну, это психология. Вот так вот. Вместе с физиологией. Не. Там, ну, там где... Ну, нет, и все, короче. Короче, Николай, дальше расповим вам про все свои секреты. Да. И, в принципі, це і про кінцевий результат. Добре, у вас багато друзів, у нас всіх багато друзів було в РФ та РБ. Ну, от після от тих подій, які відбулись, після того, як розпочалась війна, як взагалі стосунки у вас складаються з ними? Никак. Дело в том, что, к сожалению, наше общество, людей больше реагируют на звук, чем на действие. Вот как нам скажут, вот даже простой пример, там где-то бахнуло, а мы боимся. То есть, в принципе, никакого действия нету с нами. Где-то там бахнуло, но мы уже боимся. То есть, нас, чтобы запугать, хватит взрыва где-то в радиусе там... 300 километров. Да. И мы уже боимся. Вот. Действия людей, жизнь, что меня научила? Что я верю действиям. Словам я не верю. Ну, просто не верю. Да, я принимаю, мне приятно, мы как бы общаемся, открытый, все. Если эти слова не поддерживаются действиями, то это просто слова. Вот. А тут что действия? Ну, есть какие-то слова, там, что мы, типа, мы... Там волнуемся, переживаем за вас, как вы там, что вы там. Там были предложения даже к нам приезжаем, мы тут все обеспечим тебе, то есть и тебя, и семью спасем твою. Угу. Ну, это все такое, но я верю действиям. Если есть агрессия, если есть нападение, моя семья страдает, а она страдает, моя дочка с женой в Германии, и я не собираюсь эти действия прощать. Какими-то добрыми словами. Ну, как бы выражайте себе там свое, там, как бы ко мне настроение. За непокоение. Да, но меня волнуют действия. Они живут в Советском Союзе. Да, это правда. Мы живем в другой стране, в европейской стране. Мы даже далеко ушли по своему менталитету не только от них, а многих уже западных стран. У нас другое, там, если в Германию справку получить, нужно в очереди стоять, причем эта очередь приходит тебе письмом, что ты в такой-то день прийти можешь по очереди получить какую-то справку. У нас такого нет. У нас что, раз набрал, нажал кнопку, включился, записался к доктору или кому-то еще, или просто там на прием. Даже к мэру можно прийти и сесть, там уже сказать, там, как бы так, примите меня. Ну, там этого нельзя. А в РФ и в РБ, там Советский Союз. Я жил в Советском Союзе. И скажу свое отношение. Когда в 82-м году я мог уже призываться в армию, я мечтал о том, что я пойду в Афган выполнять интернациональный долг. И я не пошел в армию вообще. Нормально запрограммованный был. Полностью запрограммированный. Все мои ровесники мечтали. А вот когда уже шли оттуда 200-е, уже стали думать. Но, в принципе, не так, ну, кого-то, но мы же должны... Вы себе вообще уявляете в голове выполнять интернациональный долг? Ну, что треба было придумать таке? Перестроение в голове прошло уже, когда Союза не было, и нам стали рассказывать, что это. И ты понял, что вдруг, что в 56-м году Будапешт танки – это плохо, а я тогда думал, что это хорошо. Куба – это плохо, а я тогда был уверен, что хорошо, даже не было мысли, что плохо. И они сейчас... Вот с такими мыслями. Пусть слушают, понимают. Но мне тогда было 20 лет, 18 лет, а им уже по 50. Включите мозги. Они не включают. Да. Вот это мне что? Я не знаю, если бы я жизнь прожил в Союзе, то, ну, все равно, я уверен, что умение логически мыслить
у меня бы все-таки вошло бы в голову. И я бы понимал, что любая агрессия в адрес другой страны с наведением там порядка, который я считаю нужным... Это криминал. Это криминал, это вред. Да. А ты часть этого преступного мира, потому что ты поддерживаешь это. И мне бы было стыдно, честно скажу. Может, им и стыдно. Бог им судья. Вот є два таких момента. Да. Є кар'єра, а є сім'я. Угу. От що ви завжди ставили в пріоритет? Смотри, значит, в начале сімейної житті я не думав о цінностях сім'ї. Кар'єра була на першому місці. На першому місці даже мислі не було. Воно було і було, типу. Да, є сім'я там. А там все нормально. Вот у меня работа, я реализовываюсь, я там набираюсь сил, там еще чего-то там такое вот. Сейчас у меня на первом месте семья. На первом месте семья. Ну, понимаю, что семья это то, что с тобой будет всегда. Угу. Карьера, она может и оборваться, может закончиться. И это в конце концов ты поменяешь деятельность, что-то еще. И то, что ты делал особо внимательно лет 30 назад, то сейчас оно вообще значения не имеет. И ты понимаешь, что если бы я 30 лет назад бы уделял внимание больше семье, может быть, я бы иначе бы жил. Ну, особенно дети, особенно с детьми и дети. Каждый возраст, ты понимаешь, что каждый возраст ребенка неповторим для тебя. У тебя не один ребенок и не четыре, как у меня. У меня их много, потому что каждый прошел от года и до 36. То есть и каждый возраст другой. И ты видишь его просто уникальным, понимаешь? И ну, какая кар'єра может быть стать выше? Бажано не пропускати. Да, бажано не пропускати. Бо я думаю, що і ви, і я, ми чуть-чуть ще попропускали. Попропускали багато, багато попропускали. І у мене на цю тему були бесіди з моїми старшими синов'ями. І я где-то так говорив, ну там чувство вини у мене перед... Ні, папа, все нормально. Чувство вини – це погане чувство. Ми хорошо у нас, не відчувати це. Ми тебе знали, ми але любили. Може вони би просто і виросли би інші. Тому тут я думаю, що переживати і жаліти. Да, не надо, звісно. Так є, як є, воно ж таке. Ну, емоції є емоції, ти їх не скроєш. Ну так, да, це точно. Але що є, то є. Це був Олександр Віталійович Ніатуров, дуже поважна людина в світі карате, не тільки лише українського. Це так само, як будь-то з наших тренерів, це наша гордість. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Я думаю, що багато членів УФК і не тільки подивиться. Цікава особистість. Тому до наступних зустрічей. Я можу ще щось додати? Звичайно. Є таке поняття в психології, як АКМЕ. АКМЕ – це вища вершина достиження. Кожен спортсмен стремиться к своєму АКМЕ. Угу. Тобто вище. Это звание, чемпион мира, олимпийский чемпион, оно греет потом всю жизнь. Может быть, он денег за это и не получит, но оно это то достижение, которым он будет гордиться, и оно будет его греть. Так вот, у некоторых людей есть несколько АКМЕ. Если вы заканчиваете спорт, вы можете еще где-то выразиться. Еще. Но у вас в спорте самое главное качество – это умение достигать вершины, целей. Вы умеете это сделать. И в жизни это тоже будет. И если ты достиг АКМЕ в тренерстве или в спорте, это не конец жизни. Ты еще можешь АКМЕ там достичь в каком-то другой деятельности. Таких мало людей. Но они есть. И вы, слушатели, такие же тоже можете в жизни не в одной роли проявиться, а в разных ролях. И стремитесь к своему АКМЕ. Оно будет вас греть потом всю жизнь. Крутые слова. Від Олександра Ніатурова. Дякую всім. До побачення.